Занимаюсь своим любимым делом. То есть я делаю то, что мне нравится, без чего я уже не представляю свою жизнь. Мне есть кого брать пример. И как бы каждый боец знает этого человека и стремится стать сильнее, стремится быть лучше. К соревнованиям готовлюсь, согласовано со своим тренером, с Сесентаевым Алматом. Также мне помогают мои друзья. Мы подходим очень серьезно. Это сгонка веса, это и диеты, и питание. За всем этим процессом следит мой тренер. Я Исмагулов Дамир, боец ММА из Первомайского района. Приглашаю вас на турнир «Открытый кубок Оренбургской области», который будет проходить в СК Оренбурге 21 февраля. Приходите, и вы не пожалеете. Будут зрелищные и хорошие бои. Всем удачи!